вопросу мироустройства, концепции Земля, круглая, плоская, космос, тонкие планы. В принципе, все это концепция. И в Спасе говорится, что люди — это мысли Бога, и мы плаваем в сновидении, внутри сновидения одного сна, где мы сновидим свои воплощения, где одно и то же «я» сновидит жизнь в виде воплощения меня, вас, третьего, и все это одно, один Бог, который сновидит разные свои воплощения. И, в принципе, наша фантазия дальше начинает развивать этот мир. У кого-то 7 подпланов, у кого-то 10 подпланов, но высший пилотаж — это отказаться от знания.